Всем приветики. Перебирал свою думочку и нашел у себя старинные часы, которые мне когда-то дарили в детстве. Это вот такие вот с калькулятором. Помню еще, когда в школу их носил, и когда нельзя было пользоваться калькулятором, я пользовался этими часами. Даже видно, оно вот протыкано. И вон от ручки как бы следы. Потому что я ручкой считал здесь, на этом калькуляторе в школе. Но когда не надо было считать, я носил вот эти часы, потому что они более стильные, как бы я считал. Вот так вот они должны были выглядеть. И они более как бы стильные на тот момент были, чем вот эти, но все-таки железные. Вот. Ну а потом... Потом я что-то их забросил и уже не носил давно. И последние лет 10, наверное, я уже даже забыл, что они у меня есть. Тем более, что столько времени прошло, они лежали где-то там за бумажками, я уже их даже и забыл про них. Оказывается, вот они у меня есть еще и со времен СССР, здесь даже знак качества СССР стоит. Вон он. Где он там? Вон он. СССР. Я их даже расстегнул, чтобы лучше видно было. Вот он, это тот самый знак СССР. Вот он. Номер какой-то, номер часов, наверное. Такие вот часики. Когда-то у меня были. Они, вернее, есть. Но я ими сейчас не пользуюсь, тем более, что у меня есть более крутые, серьезные часы. Ну, по сравнению с этими, эти намного круче. Они такие и массивные, такие и на вид такие стильные, и железные, и водонепроницаемые. И те тоже, наверное, водонепроницаемые. Но на вид они как-то слабенько выглядят по сравнению с этими, вот если взять. Ну, явно то, что вот эти как-то уже не очень смотрятся по сравнению с этими. Как какие-то они такие слишком какие-то вообще. Кажется, уже слабенькие, уже такие. Не смотрятся совсем. Эти уже явно выигрывают ремешок. У этих такой покрасившим будет. Такой посерьезнее, покрасивее. Сами часы такие покрасивее, чем те. Вот. И побольше так. Ну, посолиднее выглядят. Так что... Этими часами я уже давно не пользуюсь. Вот этими я всегда пользуюсь. Они классные. Но вот этими я уже не пользуюсь. Мне они уже не надо. Еще нашел такую вот штуку. Мой знак зодиака. Я его искал, никак не мог найти. У брата есть такой. И у меня, мы в доме покупали, когда отдыхали. В Крыму. Там где-то... Я не помню, на каком-то курорте мы были, в Черноморске, по-моему. Или здесь где-то покупали. Не, по-моему, в Крыму. И вот у него такая есть штука. И у меня есть. Но у него лежит прямо на полочке, а я свой потерял, не мог найти. Вот. А сейчас поковырялся в тумбочке и нашел. Оказывается, она вообще где-то там, в самом глубине лежала. Вот она. Я ее искал, думал, где я потерял. Думал, потеряла она, вот она. Ее фишка, это типа брелок на ключи, сзади он переливается, такой на свету, всякими разными цветами красиво. А спереди твой знак зодиака, он мигает от солнца, там солнечная батарея стоит, то есть она бесконечно, может вечно работать. И от солнца она просто, там экранчик работающий, солнечная батарея, все, что он делает, это покрывается черным, а потом снова, он темнеет и снова светлеет. Вся его функция. И типа создает такой эффект мигания, типа, чтобы видно было, что мигает. Это вот картинка типа мигающая. Круто, по-моему. Я ее искал, долго не мог найти, она, оказывается, здесь лежит. Вот. Так что стоит иногда всегда перебирать свои вещи. Какие-то у меня лазеры были, еще коробки. Коробки от них лежат. Надо, кстати, будет новый лазер купить. Заказать в Китае.
Там он более мощный. Тут я не помню, сколько он светит, но, по-моему, недалеко. А тот, который в Китае продается, там на километр светит. То есть реально далеко. Вот его хочу купить. Вот, аж две штуки было. От одного коробочка вот, а от второго вот. Кошелек еще себе когда-то покупал. Блин, ничего у меня тут такого нету. Всего всякого. Так что надо будет еще посмотреть. Я уже сам не помню, что у меня тут есть. Вот. Такие дела. Как-то так. На этом все. Всем покедова.